Всем привет, меня зовут Алена, вы на канале Казеварта. Это вторая часть видео о том, как нарисовать котика к 8 марта с помощью карандаша. Я сейчас буду рисовать шерсть. Шерсть буду рисовать самым простым способом, с помощью мягкого карандаша 6B. Боковой частью буду рисовать. Мне еще также понадобится механический карандаш, но он понадобится только для усиков, либо какой-то шерсти мелкой. Также еще мне нужен будет ластик. Ластик твердый, можно любой взять, который у вас есть дома, заточить очень тоненько. Если есть вот такой, то можно взять вот такой. Кто не знает, это Tombow Monozero называется, продается на Алиэкспрессе. Что я первым делом сделала? Я убрала лишние линии, которые мне мешали. И сейчас боковой частью карандаша я буду прорисовывать шерсть. Почему именно этим карандашом? Потому что шерсти очень много, она вся пушистая, смысла нет очень тоненько рисовать. Сейчас я начну с того, что я сделаю ему вот эти вот, как называется, на ушах, короче, вот эти штуки, я их выделю, забыл, как они называются. Далее я выделю уши, здесь прям пожирнее, вот так выделю. Из ушей у него тоже есть шерсть, она ну, такая достаточно длинная, ее сразу же тоже прорисую с одной стороны и с другой стороны. Если, к примеру, вы не умеете рисовать шерсть боковой частью карандаша, очень рекомендую попробовать. Это очень удобно. И рука сильно не устает прорисовывать очень много шерсти. Все, ее тут очень много. Вот так нарисовала все. А вот это вот тоже можно немножечко убрать. И здесь уже тоненькой частью этого же мягкого карандаша прорисовать ему шерсть. В местах между ушей получается. Тут прям можно подлиннее нарисовать, чтобы он такой прям пушистый цвет здесь был. Вот. Периодически буду убирать линии по краям, потому что здесь будет шерсть. Шерсть я рисую, опять же, боковой частью карандаша. Ее тут достаточно много, этой шерсти. Вот таким образом это все делается. И с другой стороны также рисую шерсть. Не стараюсь, чтобы она была отдельная какая-то шерсть. То есть не отдельные какие-то шерстинки. Просто мне нужно, чтобы он был пушистый. Далее. А вот эта часть будет беленькая у него. И я сразу же прорисую вот такие шерстинки. Немножечко они будут такие вот завихреватые, скажем так, да? Вот, они уходят вот сюда. Здесь можно вот так вот прорисовать шерстинки. Здесь шерсть будет вот такая вот. Это с одной стороны, и с другой стороны то же самое. Также прорисовываю ее с помощью вот таких вот линий, которые закручиваются. То есть такие дугообразные линии, скажем так. И здесь тоже так же. Здесь снизу будет идти шерсть вниз, ну, смотреть вниз, то есть она вот сюда вот ушла, и здесь уже смотрит сюда вот вниз. Под подбородком сильно не давлю на карандаш, просто сделать там тень и вот эту часть заштриховать, и здесь тоже. Подбородок выделить. Далее здесь также хочу сделать пушистость. Делаю такие шерстинки. С этой стороны то же самое. Лапки у него также будут пушистые. Здесь делаю. Мне, кстати, тут идея пришла сейчас, прям вот в данный момент. Сейчас я шерсть нарисую. Так, здесь у него она белая.
Такой вот он пушистый получился достаточно. Так, теперь что по поводу мордочки. Здесь надо будет тоненькой частью поработать карандаша, потому что толстая здесь уже не проканает. А блик делаю в одной части глаза и в другой части заштриховываю сам зрачок. И так как блик сверху, то вот здесь вот тоже будет светленькое. Здесь тоже. Верхнюю часть можно, значит, заштриховать. Вот так. Ну и заштриховываю немножечко полукругом, что я вам рекомендую, так как глаз не прямой, да? Вот так. И вот здесь тоже немножечко шерсти дорисую тоненькой частью. Здесь у него шерсть уходит вниз, можно смело ее нарисовать. А здесь она уходит наоборот вверх, как бы создавая треугольничек такой небольшой. Ну, сильно говорю, что не буду перерисовать, поэтому чуть-чуть только. Теперь беру салфетку. Такая вот у меня салфетка. И круговым движением просто растираю немножко. Вот таким образом. Теперь беру карандаш 2B. И поверх вот этой всего начинаю прорисовывать шерстинки тоненькие. Ну, кстати, сильно затерла бумагу, поэтому надо будет, наверное, все-таки мягким карандашом рисовать. Возьму сначала тогда резинку и прорисую шерстинки, как бы беленькие шерстинки поверх этих шерстинок. А здесь, на ушах. Иногда где-то приходится сильно давить. Блики надо обязательно выделить. Здесь у него будет тоже шерсть. И шерсть, и лапки беленькие, их можно сразу вот так вот. Вот так. И шерстинки не забываю прорисовывать. Здесь, здесь. И вот тут. Вот тут, кстати, беленькая вообще будет. И вот эта часть тоже. Все, убираем эту ерунду, которая здесь прилипла. И теперь беру опять мягкий карандаш, так как вот этот карандаш у меня рисовать отказался. И делаю контраст. Просто то же самое провожу. То, что делала. Только, ну, обвожу посильнее, чтобы был такой эффект интересный. Эффект контраста. Он даже будет посимпатичнее выглядеть. Глазки. Сначала почему-то хочу глазки сделать. Они были четкие. Носик. Губы. Далее хочу сделать цветок четким. Тоже боковой частью, но если будете, если также вы карандаш заострили, да, то очень осторожно нажимайте на него, иначе он просто может сломаться, как у меня однажды было. Цветок немножечко заштрихую, чтобы он не был таким унылым, да, не заштрихованным. Ну, такой вот. Нормально, хватит. Также хочу, и так как цветок это, можно сказать, главное в этом рисунке, поэтому цветок я его так вот прямо более четко сделаю. Так, что по поводу щек. Щеки здесь я обвожу. На этом этапе сразу можно прорисовать ему усы. Усов у него очень много, поэтому прям много-много рисуйте. И совет по усам. Если рисуете усы, где-то делайте толстую линию, где-то тоненькую.
Где-то вообще можно взять другой карандаш, и он даст как бы такие еще линии другие. Делается для того, чтобы показать, что усы, они, ну, неравномерно распределены, как бы. То есть где-то есть толще, где-то тоньше. Все, и теперь просто добавляю темные шерстинки на котика. Теперь уже не так, ну, скажем, их много, просто надо поверх добавить такой контраст небольшой. То есть я прям везде, вот здесь, вот еще вот эти вот кисточки, вспомнила название. Кисточки добавлю. Следите за рукой, рука может загрязниться, его просто все растащите по всему рисунку. Если вам неудобно, можете вот просто перевернуть салфетку и на ней рисовать. Если руку надо приложить и в прорисовке шерсти. Все, и теперь вот так вот, таким образом рисую ту же самую шерсть, только не боковой частью карандаша, а просто добавляю черные такие, черную шерсть, скажем так, чтобы он был более четким у нас котик. Вот так. Ну и на лапках также. Здесь даже можно немножечко ускорить, я думаю. Потому что ничего нового я не делаю, просто прорисовываю шерсть поверх старой шерсти, которую я нарисовала. Более четким его делаю, он становится намного интереснее. И хочется смотреть, да, каким был и каким стал. Не забываю про глазки, не забываю про вот эту часть. Котик такой пушистый получился. И вот здесь также я добавляю темные части. Хоть лапки и не второстепенные, но их все равно нужно выделить и показать, что они все-таки есть. Ну, на задний акцент сильно делать не буду. Хочу вот эти вот передние лапы и задние, чтобы они как-то и немножечко шерсти на сами лапки. Ну, тут совсем немножко. И что мне не нравится, это что вот эта часть светлая, ее надо сделать темной. Здесь я просто заштриховываю вот таким образом. С этой стороны. Вот такой вот котенок пушистый получился, котенок Мейкуна. Еще раз скажу, что поздравляю всех дам с 8 марта. Спасибо за просмотр. Обязательно рисуйте вместе со мной. Всем пока-пока.